вот она поставила внутри и не выходит. Это такая гора. Причем вещь такая не очень какашка, да, разговор. Но она вот их укладывает, вот они вот так у нее вот прям ровненько, прям вот так горой в этой плошке лежат. И мы смеемся, как она умудрилась так. Вот прям вот. Хозяйство. Да, очень. Ну девушка, чего. А по поводу каши, сейчас вот положение, что она делает маску. Ну, честно говоря, она просто запах свой одевает. У них они все-таки хищники, и у них инстинкт, вот они там находят лосиные какашки, еще валяются. Собаки также делают часто. Это они свой запах, чтобы перебить, типа для охоты, чтобы ими не пахло. Вообще это правильно, это вот это. Но... Нет, собаки просто еще любят вот рыбу особенно. Не-не, это они запах. Это они пытаются свой запах переменить. Типа я охотник, поэтому охотник. Чтобы не пахнуть собакой, да? Ну или медведем, да? Да, да, да. Кошки вылизываются. Они себя вылизывают. Но она это делает так смешно. Она вот садится кашу есть, ест, потом уже насытится. И так лапой берет кашу.